День добрый, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 10 июня, и мы начинаем вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю вас за обратную связь. Начинаем вебинар с календаря событий. Сегодня у нас один интересный отчет. В 11:30 по Москве мы получим данные из Великобритании. Изменение объема промышленного производства за апрель. Больше у нас не ожидается сегодня интересной статистики, и в этой связи перейдем к обзору пары евро-доллар. Накануне мы говорили о том, что ожидаем развития флета, то есть есть шансы как наверх, так и вниз, поэтому здесь получается боковая тенденция, нужно ждать подтверждения. Вчера у нас флет был, никакого подтверждения мы не получили, как ни наверх, так и не вниз. Сейчас с открытия Лондона наблюдается рост котировок пары евро-доллар, причем наблюдается синхронное ослабление американской валюты. Если посмотреть на нефть, на золото, на пару евро-доллар, фунт-доллар, доллар японской иены, если посмотреть на доходность немецких бондов, они уже достигли отметки 1%, дифференциал сокращается, и в этой связи получается у нас еще есть предпосылки для укрепления единой европейской валюты. Ближайший сильный экстремум получается у нас на дневных графиках, это максимум 4 июня 1.1379, и мы его сейчас, наверное, преодолеем, возможно, даже уже вот в ближайшие 30 минут, пока мы будем проводить наш вебинар, потому что импульс такой сильный наверх сейчас получается. И можно ожидать роста котировок вот в эту область от 13.79 до 14 фигуры. И там уже, на мой личный взгляд, необходимо будет посмотреть, что у нас будет дальше. То есть, будет ли у нас дальше синхронная тенденция. То есть, первоначально на краткосрочный период, на 1, 2, 3 часа, то есть на первые часы лондонской сессии, есть импульс наверх, то есть синхронное ослабление американской валюты. Получается, пара евро-доллар будет расти. А вот дальше, что будет здесь необходимо посмотреть, потому что здесь тоже есть определенные негативные моменты для пары доллар-иена. Сегодня у нас нет интересной статистики ни из еврозоны, ни из США. Поэтому здесь надо посмотреть на динамику долгового рынка. Если посмотреть на спред США и Германии, то мы уже сказали, он сокращается отрицательно. Это позитивно для пары евро-доллар. Если посмотреть на спред доходности облигаций Греции и Германии, то он, напротив, расширяется уже 3 торговых дня подряд, что указывает на негативные ожидания по решению греческого вопроса. Соответственно, это фактор негативный. Второй фактор негативный для пары евро-доллар – это рост доходности двухлетних американских казначейских облигаций. Текущий уровень 0,73%. И у нас максимум минувшей недели 0,75%. То есть преодоление максимума минувшей недели будет способствовать спросу на доллар. Потому что двухлетки отражают ожидания инвесторов по ставкам ФРС. С другой стороны, возможно, у нас сегодня не будет этого рывка по доходности. Потому что сегодня нет статистики из Штатов. Статистика только завтра в 15:30 по московскому времени. И вполне возможно, что до статистики из Штатов доллар будет ослабевать по отношению к основным конкурентам. А затем уже можно ожидать разворота и укрепления доллара в случае роста доходности и выхода хороших данных. Поэтому, на мой личный взгляд, сегодня можно ожидать роста котировок в области 1.1379, 1.14 ровно, 14 фигура. И там уже необходимо смотреть за доходностями американских двухлетних казначейских облигаций. Если уровни будут ниже, чем на текущие, ниже, чем 0.73, то доллар еще может дальше ослабевать до завтрашнего дня. И если у нас будет ослабление американского доллара синхронное, то есть сейчас сначала ожидаем укрепление евро, ну а дальше уже можно сделать как? Можно включить непосредственно в торговых терминалах три графика, пара евро, доллар, фунт, доллар, доллар, японская иена. То есть как мы войдем в эту область, 13.80, 14 фигура. И чтобы понять, будет ли у нас поход выше 14 фигуры или все, уже будет остановка, здесь смотреть на три этих графика, часовые свечки, евро, доллар, фунт, доллар, доллар, японская иена. Если будет синхронное движение, то есть вверх по паре евро-доллара, фунт-доллара, вниз по паре доллар-иена, плюс посмотрите на доходности американских двухлетних бумаг, где их можно посмотреть, есть сайты информационные в интернете, то есть можно написать через поисковик доходность двухлетних американских бумаг и смотреть, чтобы доходность также не повышалась в область 70, 0,75.
Соответственно, если у нас будет синхронное ослабление плюс доходность ниже, чем текущий уровень, ниже, чем 0,73, то это негативно для доллара. И напротив, если у нас не будет синхронной реакции и доходность будет расти в область 0,75 по двухлеткам, то это уже позитив для американской валюты. У нас сейчас на валютном рынке Форекс очень высокая волатильность. И в этой связи лучше всего подстраховаться и все-таки смотреть на синхронную реакцию и на динамику долгового рынка. Поскольку у нас нет сегодня новостей, как вы видите, новостей нет. У нас рынки то вверх идут, то вниз идут. То есть ищут направление, но поскольку на повестке дня у нас на будущей неделе заседание Федрезерва, и в этой связи, поскольку статистики из Америки нет, то мы наблюдаем такие непонятные движения. Но уже завтра будет статистика из Штатов, и которая может уже дать непосредственно направление, которое нам следует будет ожидать уже непосредственно, допустим, в пятницу и на ближайшие дни. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я на них с удовольствием отвечу. Что было утром по японской иене, какие новости ее так тряхнули? Альберт, благодарю за вопрос. По японской иене мы поговорим чуть позже. Там, безусловно, да, действительно были новости, вы правильно это отметили. Такие новости, которые относятся к разряду форс-мажоров, если так это можно сказать. То есть, ну, об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас поговорили о паре доллар-японская иена. То есть на 1, 2, 3 часа у нас есть тенденция наверх, а затем уже смотрим непосредственно на синхронную тенденцию по основным валютным парам плюс доходность двухлетних бумаг, которая в пятницу достигла 0,75, затем корректировалась в понедельник, ниже 0,70 уходили, и сейчас вновь наблюдается рост доходности 0,73%. И здесь нужно тоже быть очень осторожным тем трейдерам, кто все-таки думает, что евро будет сильно укрепляться. Здесь в очередной раз могут опять, скажем так, всех развести, загнать повыше, потом опустить вниз. Поэтому сейчас ожидаем некоторого укрепления, а затем уже все-таки смотрим за непосредственно синхронной тенденцией на рынке. Перейдем к обзору пары фунт-доллар. Сегодня у нас опубликован будет релиз по торгово-промышленному производству. Если посмотреть на опережающие индикаторы, это у нас от Market Economics есть индикатор PMI промышленного производства, промышленного сектора, то он в апреле продемонстрировал очень сильное снижение. И корреляция очень сильная между этим индикатором PMI производственного сектора и промышленным производством. Также между PMI производственного сектора и PMI сферы услуг сильная корреляция по ВВП непосредственно. Так вот, слабый релиз, там очень сильное было снижение на минимальный уровень за последние несколько месяцев в апреле. И все это указывает на то, что не следует ожидать сильного роста промышленного производства. И также, если посмотреть на второй составной компонент, это баланс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников, здесь тоже были очень низкие заказы, очень слабые. И два этих отчета слабых указывают на то, что сегодня можно ожидать выхода негативных данных. И в этой связи можно будет ожидать некоторого укрепления американской валюты по отношению к британскому фунту. Но поскольку у нас отчет в 11:30, то до 11:30 мы еще можем продемонстрировать движение наверх по паре фунт-доллар. Мы можем еще немного укрепляться, потому что, как я уже говорил, тенденция синхронная. И затем уже в 11:30, на мой взгляд, выйдет негативный отчет. Доллар будет укрепляться. И здесь тоже вопрос встает, насколько будет сильное укрепление американской валюты. Вот накануне мы говорили о том, что можно ожидать похода вниз на отметку 52.20, 52-ю фигуру. Тем не менее, мы сходили вниз только на 52.56 и затем пошли наверх. То есть особо сильно вниз не пошли. Поэтому здесь тоже мы можем, допустим, немного сходить вниз, там пунктов 30-40, и дальше, если у нас будет синхронное ослабление американской валюты по основным валютным парам, то мы тогда больше вниз не пойдем и пойдем опять в рост. То есть негативные данные могут быть проигнорированы. Поэтому здесь можно ожидать некоторого снижения на 30, допустим, 40 пунктов, ну а дальше уже смотреть, как я уже говорил, за основными валютными парами, то есть за их тенденции, либо они все растут против доллара, либо за доллар, и плюс на доходности облигаций. Если тенденция будет за доллар, тогда можем очень сильно сходить вниз. Если тенденция будет против доллара, тогда будет слабая реакция, то есть немного сходим вниз, и затем вновь будут выкупать, и можем также пойти наверх.
Завтра у нас, да, день очень важный. Завтра статистика из Штатов. Это у нас индикатор уже будет непосредственно инфляционный. Индикатор потребительского спроса, розничной продажи, плюс заявки на пособие безработицы. То есть завтра день будет в этом плане еще более волатильный, чем сегодня. И завтра мы уже сможем понять, что же нам ожидать дальше от американской валюты. Ну а сегодня ожидаем негативных данных, согласно опережающим компонентам по промышленному производству, а уже насколько сильно пара может сходить вниз, либо, допустим, на 30 пунктов, либо там пунктов на 70, на 80, это уже зависит от тенденции, которая у нас в целом будет на рынке. Пока что тенденция против американской валюты на текущий момент времени на 10:40 по Москве, и в этой связи получается реакция будет слабая. Но, с другой стороны, все может поменяться. То есть, как вы видите, у нас волатильность просто сумасшедшая с началом летних торгов. Я об этом говорил на этой неделе, то, что летом объемы торгов падают, и очень часто у нас происходят непонятные движения, скажем так, на ровном месте может пара улететь на 100 пунктов, причем абсолютно в любую сторону, и затем рынок может через несколько часов вернуться. Поэтому пока что получается тенденция против доллара, и можно ожидать слабой реакции, то есть пунктов на 30 вниз, но если все изменится через час, тогда можно уже ожидать и более сильной реакции. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Если посмотреть на другие непосредственно индикаторы, которые нам укажут тенденцию по паре фунт-доллар, то здесь у нас доходность британских облигаций растет по отношению к американским аналогам, то есть это плюс для пары фунт-доллар. Если посмотреть на нефть, нефть очень сильно прибавила, 66 долларов по марке Brent, это тоже плюс для британской валюты. И единственный негатив, это получается вот именно динамика промышленного производства, поэтому я и говорю, что на текущий момент времени до 11:30 можно ожидать роста котировок, затем в 11:30 у нас будет ослабление. Пока что на текущий момент времени ослабление короткое, то есть небольшое такое снижение пары фунт-доллар, но если у нас все изменится через час, тогда ослабление может быть и сильным. Но пока что до 11:30 растем, а там небольшое снижение, ну и там уже дальше смотрим. То есть, что же дальше ожидать от пары фунт-доллар, либо сильного снижения, либо умеренного. Золото пока вверх до 1200. Есть перспективы. Мурат, благодарю за вопрос. Сейчас мы поговорим о паре доллар-японская иена, и затем я обязательно отвечу на ваш вопрос по золоту. Мы с вами золото обсуждаем каждую неделю. И сегодня тоже об этом поговорим обязательно. По паре доллар-японская иена сегодня интересные события. В начале азиатской сессии был опубликован релиз по изменению объема заказов на машины и оборудование. То есть рассмотрим непосредственно сегодняшнюю азиатскую сессию более подробно. Началась она у нас в 2:50 по Москве с отчета по заказам на машины и оборудование. На нашем сайте Fresh Prognose я указал, что отчет, на мой взгляд, выйдет позитивным. И этот фактор поддержит спрос на пару доллар-иена и будет способствовать укреплению на фондовой бирже в Токио. То есть фондовый индекс Nikkei также будет прибавлять, когда у нас будет опубликован этот релиз. Потому, несмотря на то, что вроде бы отчет позитивный, это позитивно для иены, но здесь немного другая тенденция. Когда у нас выходит позитивный отчет по заказам на машины и оборудование, то у нас наблюдается в большинстве случаев ослабление иены и рост на фондовой бирже в Токио. То есть отчет позитивный для промышленного производства, это опережающий индикатор. Если есть рост заказов на машинное оборудование, значит будет увеличение производственных мощностей. Соответственно, будет рост промышленного производства, это позитивно для фондового рынка, будут открывать сделки carry trade и через японскую иену финансироваться. И если посмотреть на часовые свечки, то отчет был опубликован. У нас котировки были 124.36 и сходили мы на 124.61, то есть потихонечку подрастали. И если бы у нас сегодня не выступал господин Курода, то я думаю, дальше был бы постепенный рост котировок, то есть потихонечку бы подрастали. Я сегодня на сайте обозначил цель по паре доллар-иена 124.80, дошли до 124.61, и затем вышел господин Курода на сцену, который, скажем так, испортил всю малину. То, что он сделал заявление, такого, естественно, прогнозировать было нельзя, потому что никто из нас сами не знает, что может заявить господин Курода. То есть не то, что он может заявить, а когда он это может сделать. То есть мы с вами не знаем. Это нигде не афишировалось, то есть заявление
было сделано, скажем так, экстренное, то есть были проведены вербальные интервенции. Можно проводить интервенции реальные, то есть покупать или продавать валюту, как, допустим, раньше делал Банк Японии. Но в последнее время Банк Японии проводит QE, и в этой связи реальные интервенции они не проводят, они проводят только вербальные интервенции периодически. И глава Банка Японии заявил о том, что иена сейчас очень слаба, то есть, по его мнению, курс иены выглядит достаточно перепроданным, то есть иена на низких уровнях. И он отметил, что текущий низкий уровень, он, с одной стороны, не является негативным фактором, с другой стороны, не является и позитивным фактором. То есть вот так он вышел из этой ситуации, он сказал, что вроде бы курс низкий, но это и не хорошо, и не плохо. То есть думайте, как хотите. И в этой связи тоже получается такой небольшой парадокс. На этой неделе вообще у нас интересные события. Вот что касается заявления важных чиновников. Если вы вспомните, неделя началась заявление Барака Обамы, президента США, о том, что доллар очень сильный. И это плохо для экономики. А затем во второй половине дня понедельника его представители, Барак Обама, его помощники давали опровержение, что Барак Обама говорил совершенно другое и не имел в виду, что сильный доллар это плохо. Если посмотреть по Японии, то во вторник премьер-министр этого государства заявил о том, что низкий курс иены благоприятен для экономики. И это все позитивно. И смотрите, что происходит дальше. Во вторник этот премьер-министр заявил на саммите стран-участниц G7. И уже сегодня, в среду, глава Банка Японии сказал совершенно наоборот. То есть курс иены, он негативен. То есть иена сейчас сильно перепродана. То есть вот такая получается несостыковка. Одни говорят одно, другие другое. И здесь теперь рынок тоже в этой связи реагирует сначала на одно заявление дальнейшим ослаблением иены, на заявление премьер-министра. Теперь у нас уже, говорит господин Куродо, говорит о том, что иена очень слаба и получается уже иена укрепляется. Если посмотреть в целом на текущую тенденцию, то у нас ближайшая сильная поддержка по паре доллар-иена 122.02. И вот именно в эту область я и ожидаю сейчас снижения. То есть текущая котировка 122.53, еще 50 пунктов, на мой взгляд, вниз мы можем сходить. То есть тенденция очень хорошая, как я уже говорил, доллар ослабевает по отношению ко всем, сейчас реакция синхронная, плюс Куродо помог еще японской валюте, то есть ожидаю сначала снижения в эту область. Ну а дальше, на мой взгляд, здесь уже можно ожидать некоторого спроса, потому что если посмотреть на динамику долгового рынка, там спреды очень сильно расширились. То есть долговой рынок не поверил в эти заявления господина Куроды. И, как вы уже помните, мы много раз говорили о том, что долговой рынок является опережающим индикатором, а именно с этого рынка и поступают нам сигналы опережающие, то здесь получается, если посмотреть на динамику долгового рынка, 1 июня отрицательный спред был 174 базисных пункта между облигациями Японии и США, то есть это спред со знаком минус, минус 174 базисных пункта. Японские доходности показывают меньше на 174 базисных пункта, чем американские. То есть приток будет именно в американские активы, нежели в японские активы. А если посмотреть на вчерашний день, то вчера день открылся в Европе со спредом минус 190 базисных пунктов, и сейчас у нас спред минус 195,5. Торги в Европе открылись. То есть, когда уже были сделаны заявления господина Куроды, Куродо делал заявление в середине азиатской торговой сессии, и я вот посмотрел на открытие торгов в Европе, то спред все равно расширяется. То есть, долговой рынок не реагирует на этот спред, потому что если бы у нас действительно долговой рынок в это поверил, тогда бы спред напротив сокращался. Вчера он был 190, и сейчас бы был не 195, а 185. Тем не менее, спред расширяется, получается, не ожидаю дальнейшего ослабления иены, но поскольку у нас между уровнем 122.90, первым сопротивлением на сегодня, и 122.02 нету никаких уровней, то получается, поскольку рынок ходит от уровня до уровня, мы на 122.02 сходим. Это у нас очень сильный экстремум. Если посмотреть, допустим, на дневные графики, это экстремум сильный. Если посмотреть на графики месяц, там тоже у нас экстремум, это максимальное значение марта месяц на недельках. То есть уровень очень сильный. Соответственно, здесь можно ожидать, либо будут фиксировать шорты, фиксировать прибыль по шортам те, кто продавали, либо будут уже открывать лонги те, кто рассчитывает на продолжение бычьего тренда.
Поэтому до 122.02, вот до этой области 122.02, 122.15, можно выделить эту область, можно ожидать снижения, а затем уже восстановление котировок пары доллар японская иена. Потому что, как я уже говорил, долговой рынок в это не верит, а долговой рынок у нас это номер один. За ним уже идет валютный рынок Форекс, имеется в виду по реальному объему торгов. Не по маржинальному объему торгов. У нас все говорят о том, что Форекс это рынок номер один, но Форекс это маржинальный рынок по большей части. То есть, если именно реальные сделки, которые проходят на межбанке, там обороты небольшие. А все остальное это уже торговля с кредитным плечом, один там к 50, к 100, к 200, к 1000, то есть и вот получается такой пузырь, то есть там 5 триллионов долларов ежедневная торговля, но это все маржинальное. А вот именно на облигационном рынке там уже именно торгуют на реальные объемы, то есть некие не маржинальные позиции, а именно реальные. И там очень большие обороты, там задействованы все ключевые игроки, пенсионные фонды, которые располагают большими капиталами, что пенсионный фонд государственный Японии, США, что негосударственные пенсионные фонды, что страховые фонды, хедж-фонды. То есть облигационный рынок это номер один по оборотам, соответственно, именно с него и поступают сигналы опережающие. Потому что участники облигационного рынка, они традиционно раньше всех начинают либо ожидать, допустим, ослабления валюты, либо ожидать, допустим, укрепления валют. Поэтому спред расширяется, и в этой связи получается, что не ожидают они очень сильного ослабления, но тем не менее, поскольку негативная сейчас реакция по доллару, ожидаем ослабления американской валюты и затем уже восстановление котировок пары доллар-японская иена. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Что касается по золоту, Мурат, то, если вы помните, вчера я говорил о том, что у нас во вторник и в среду еще есть возможности для коррекции. Я говорил, что либо мы во вторник во второй половине дня начнем разворачиваться, либо в среду во второй половине дня. Вчера во вторник во второй половине дня мы развернулись, если посмотреть на часовые свечки, но тем не менее сейчас продолжаем движение, поэтому получается, что сегодня еще немного подкорректируемся. Если посмотреть на уровни, где лучше открывать, допустим, позиции на непосредственно продажу, если вы рассматриваете именно позиции на продажу, говорили мы о том, что все-таки золото у нас находится в нисходящем долгосрочном тренде, и в этой связи лучше шортить, но в первой половине недели будут покупки. Я вам говорил об этом, что у нас доходности очень сильно подросли, и в этой связи ожидается рост инфляции, соответственно, золото немного перепродано и будет некоторая коррекция. Вот на нашем сайте в разделе «Аналитика Fresh Прогноз» я указал уровень 1186 для продаж и уровень 1178, то есть 1178, 1186. До первого уровня мы подросли, сейчас идем ко второму, поэтому я думаю, что еще на 1186 сходим. По золоту, возможно, даже с 1187, но вот же либо сегодня во второй половине дня, либо завтра, потому что у нас завтра данные штатов в 15:30 ритейл-сектор, заявки на пособие безработицы, завтра уже, на мой взгляд, будет укрепление американской валюты. Но ну, а пока что все-таки в первой половине дня ожидаем. В первой половине дня можно ожидать укрепления, ну а там уже либо сегодня во второй половине дня в американскую сессию будет разворот, либо завтра. Здесь, как я уже говорил, смотрите на доходности двухлетних казначейских облигаций. Если они будут очень хорошо расти, тогда это фактор на укрепление доллара, соответственно, золото будет разворачиваться. Поэтому, если вы хотите более точные сигналы, то есть вы еще, допустим, не вошли в золото и хотите более точных, тогда лучше сегодня ничего не делайте. Давайте завтра мы с вами вновь встретимся на вебинаре, и завтра картинка уже будет более-менее ясна. Что касается 1200, теоретически возможно все. У нас волатильность очень высокая в летний период, но практически, я думаю, нет. Потому что если бы хотели на 1200, уже бы сделали это накануне. Посмотрите на котировки нефти, они у нас накануне выросли на 3,5%. Золото накануне тоже вырос, однако очень скромно, всего лишь чуть менее чем 0,3%. То есть золото выросло в 10 раз меньше, чем нефть. Поэтому если бы хотели на 1200 загнать бы, я думаю, вчера бы мы уже увидели 1190 там или чуть выше. Потому что золото и нефть, они имеют прямую корреляцию. Они оба двигаются против доллара, они оба, скажем так, хорошо реагируют на инфляцию, на инфляционные ожидания. Соответственно, если у нас нефть очень сильно выросла, золото должно было тоже идти сильно вверх. Но золото не пошло. То есть и вчера в Америку, когда у нас нефть росла, золото снижалось. То есть получается нет интереса к золоту. Соответственно, получается на 1200 шансов мало.
достаточно очень мало. Пробитие 1.1378 будет означать движение к 1.1450 или нужно закрепиться там, чтобы идти на 14-ю фигу? Алекс, благодарю за вопрос. Вы знаете, пробой 1.1378, закрытие часовой свечки, безусловно, хороший сигнал на то, что мы можем сходить на 14.60, как вы отметили, вот в эту область 14.50, 14.60. Но здесь я бы еще раз подчеркнул, посмотрите на синхронное движение. То есть, понимаете, пробой это может быть пробоем, но может быть пробой это и ложным. То есть мы можем час закрыть. Здесь посмотрите, как мы подойдем вот в эту область, в область 14 фигуры, и там уже смотрите на синхронное движение. Если будет синхронное движение негативное по доллару, пара евро-доллар наверх, фунт-доллар наверх, доллар-иена вниз, тогда шанс очень хороший, что мы пойдем и дальше выше 14 фигур. Однако, если мы закроем час, допустим, выше 13.78, при этом синхронного ослабления доллара не будет, то здесь может быть ложный пробой и разворот. Александр, извините, вот по фунту двойное дно вроде как пробивает, может как вариант высоко пойти еще. Ярослав, благодарю за вопрос. Я уже ответил, что до 11.30 ожидаю роста британской валюты, затем ослабление, на текущий момент времени ослабление небольшое, то есть 30 пунктов. Я не говорил о том, что ожидаю там ослабление на 100 пунктов. И я также дал уточнение, что если у нас ситуация изменится в 11.30, тогда может быть и больше ослабления британской валюты. Но на текущий момент времени до 11.30 рост, там небольшое ослабление, и там уже смотрим за синхронной тенденцией. Поэтому я, скажем так, частично с вами согласен. То есть вы говорите о том, что высоко пойти еще. Я тоже согласен, что до 11.30 пойдет вверх. Затем ожидаю движение вниз. А насколько вниз, там уже зависит от синхронной реакции. Если синхронной реакции не будет вниз, по паре евро-доллар, фунт-доллар и доллар-иен наверх, тогда дальше может пойти вверх. То есть мое мнение с вашим практически не расходится. Единственное исключение, то есть вы ожидаете сразу высоко, что пойдет. Я все-таки говорю о том, что посмотрим на реакцию, которая у нас будет синхронная после 11.30. Евро по Фибоначчи может легко дойти до 1.1460. По Фибоначчи, если посмотреть, то как смотреть по Фибоначчи? То есть вы имеете, наверное, в виду уровни расширения? Потому что если смотреть по расширению, то да, может дойти. Потому что по коррекции здесь уже коррекционные уровни, смотреть от 15 мая до 27 мая, вот это движение вниз, которое было с 14.66 до 1.0818, то коррекционные уровни уже все преодолели. По расширениям, да, может пойти, безусловно, вверх. Сценарий по золоту на этой неделе в силе. В силе, Олег, я думаю, да, я говорил о том, что в первой половине недели, если посмотрим, первая половина недели, это у нас 5 дней, то есть получается 2,5 дня, половина недели, то есть сегодня среда, первая половина среды, то есть до американской сессии я ожидал коррекционного роста, то есть первая половина недели. Коррекционный рост пока наблюдается, то есть здесь сценарий был сначала коррекционный рост наверх по золоту, затем уже движение вниз. Завтра статистика из Штатов, поэтому завтра шанс очень хороший сходить вниз именно по золоту. Сегодня статистики нет, поэтому золото может еще подрасти. Сейчас золото может развернуть только статистика из Америки, а ее сегодня просто нет. Вчера ее тоже статистики не было, и в понедельник статистики по Америке не было, поэтому золото у нас растет, коррекционное движение. Есть ли смысл сегодня торговать по паре доллар-иена? Олег, что касается, есть ли смысл? Смысл есть. Как я уже говорил, сначала можно ожидать некоторого ослабления пары доллар японской иены в область 120.02, 120.15, а затем уже отскока наверх. Потому что долговой рынок показывает поход наверх. Судя по всему, пойдем на 15-ю фигуру, спред до минус 143, немецкие банды пробили 1%. Да, действительно, можем пойти. Сегодня тенденция пока что очень сильная. Влад правильно отметил, спред очень сильно ушел вниз, то есть спред сокращается. Это, безусловно, позитивно для единоевропейской валюты. И здесь, что касается спреда, то, как я уже говорил, давайте еще посмотрим на доходность двухлетних американских казначейских облигаций. Потому что у нас, если здесь будет 0,75%, то здесь уже будет укрепление доллара. Пока что 0,73, спред стоит на месте, дифференциал, не спред, а доходность двухлеток стоит на месте, поэтому ничего пока что паре доллар-иена не угрожает. То есть пока что пара доллар-иена может идти еще наверх.
Ну а там уже все-таки лучше подождать именно непосредственно синхронной реакции. То есть сначала ожидаем движения наверх в первые часы, а затем уже смотрим на синхронную реакцию. Если она будет присутствовать, то доллар дальше будет ослабевать. Потому что сегодня нет у нас статистики никакой штатов. Сегодня что может помочь доллару? Доллару может помочь статистика из штатов позитивная. Сегодня у нас ее нет, сегодня у нас вообще нет никакой статистики из штатов, поэтому сегодня доллару ничего помочь не может. А вот завтра уже помощь может прийти. Но это будет завтра, а сегодня у нас ничего нет, поэтому доллар сегодня может быть еще под давлением. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. Мы завершаем наш вебинар. Желаю сегодня всем успешной торговли, отличного настроения. И завтра, не забудьте, мы проведем два вебинара. Первый в 10:30 по московскому времени. Ежедневный обзор валютного рынка. И второй вебинар в 17:00 по московскому времени. Вебинар по российской валюте. Рассмотрим, какие факторы влияют на российский рубль и составим прогноз на ближайшие месяцы по российскому рублю.